Здравствуйте. Сегодняшнее событие я посвящаю Всемирной выставке обработки листового материала «Ойроблех», которая сейчас проходит в Ганновере. Я не буду стараться показать станки, оборудование и прочее. Это для специалистов. Мне хочется, чтобы вы увидели хоть чуть-чуть саму атмосферу выставки. Поэтому, когда будете смотреть это видео, обращайте внимание на мебель, на все. И помните при этом, что это все было привезено сюда, собрано, смонтировано, подключено, а после выставки, соответственно, все это разбирается и увозится хозяевами домой. В общем, надеюсь, что этих там несколько минут с выставки вам доставят удовольствие. Единственное, снимать буду на телефон, поэтому как бы за качество уж сильно не ругайте. Оставайтесь здоровы. Слава Украине! Живи Беларусь! Для тех, кто никогда не был на крупнейшей выставочной территории мира, Deutsche Messe AG в Ганновере, вот немножечко окрестности. То, что могу захватить. Ну и погода сегодня хорошая. Народ, в общем, ходит достаточно раздеты. Но крупнейшая выставочная территория мира на сегодняшний день занимает выставочная площадь 1 000 000 м². Это еще кусочек выставочного комплекса. Павильоны разные на улице, в смысле, я на улице нахожусь. Вот так оно все выглядит. Наверное, это можно в интернете посмотреть, не знаю, но вот как-то так. Вот такие есть здесь стенды. Там дальше народ совещается, общается. А на этих станках явно можно что-то отпилить. Вот такая пила. Это немножко поменьше. Это вообще непонятно что. Мне непонятно. Но специалисты, наверное, знают. А здесь вот такой то ли робот, то ли не робот. Но что-то такое вот стоит. Рядом народ ходит, общается. Здесь он какой-то большой станок, судя по всему, листовой материал разрезает. А дальше еще много всего. Вот такая машинка попалась красивая. И с грузом. Вот здесь тоже какой-то станок большой. Народ объясняет, в смысле, те, кто приехали, это выставляют, объясняют, что, как функционирует. Вообще этот павильон такой
достаточно спокойный. Народ не особо толпится, никуда не спешит. Вон машинка какая-то типа сделана. Вон какая мебель дальше стоит. Ну, в общем, вот подойдут машинки поближе. Вот он, видите, и зелень, цветочки, лютики. И все же это монтируется, а потом убирается. Вот такая вот машинка. Ну, почти. А это, надо думать, современное искусство из различного... из различных изделий, в смысле листового материала. Там он дальше еще и рыцари какие-то попадаются. Вон они, красавцы. И вон еще и машина сделанная, тоже, надо понимать, из листового материала, в смысле из жести. Здесь он такой песик, красавец. Диванчик неплохой. А это вообще какой-то гитарист. И все ходят, и это все снимают. И я не удержался. Вот теперь с этой стороны, чтобы не против солнца. Ну, в общем, интересно.